С битбагом я рискую, но других вариантов особо нет. Мелкая сошка, но есть что терять. Боится своей тени. Тщеславен, но ленив. Ладно, начнем с мобилы. Поставлю прослушку. Запишу его разговоры. Ты сказал, что отвезешь меня. И что у тебя за важные дела внезапно? Дело, бабуль, работа. Работ нашел. А что не сказал? Тебе не понять, ба. Так, ясно, опять твои темные делишки, Бигбак. Хватит, бабуль. Что за слово дурацкое? Слово как слово. С кличкой круче. Чем же? Ну там, Бедбак по тёлочкам Мастак. Какая гадость! Я не так тебя воспитывала. Да, иду. Мне пора, бабушка. Люблю. Да, я тебя тоже. Хоть ты и дурак набитый. Посмотрим, что на тебя можно накопать. Ты даже ничего не заметишь. Ты как? Что это с Араком? Хочешь управлять деревней? Стань своим. Скажи, что снаружи сплошь долбанные психи, они хотят забрать все. Глаза и уши тут везде. Ты знаешь, что покупают и продают. Значит, рулишь. А если кто обнаглел, приведут к тебе. Ну что, замолвишь за меня словечко? Ну, не знаю. С чего бы? Я тоже хочу рулить, чувак. Ну же, я тебя отвезу, куда только скажешь. Я ж всегда вовремя, Би. Я тебя ни разу не подводил, чувак. Да, да. Вот потому поторчи пока там. Но если по чесноку, хочешь подняться, я, конечно, ничего не говорил. Но Ирак сейчас занимается Паркер-сквер. Я перетру. Может, возьмет тебя? Блин, Би, потише, ну! Вот, блин, разборки будут. Походу, Ирак тут все перекрывает. Ну и кто же мы? Сиделки? Нет, солдаты, чел. Помнишь, Флай с парнями исчезли? Залупались. Ирак их сам в расход пустил. Я знаю, помогал закапывать трупы. Слышь, тише давай, пацан. Твой братец чуть что начинает параноить. Буду говорить, что хочу. Что, у тебя тоже паранойя? Только когда ты рядом маячишь. Вот. Как раз то, что мне было нужно. Если Ирак это услышит, Бедбага закопают заживо. Спасибо. Береги себя. Не вопрос, Би. Нравится мне это. Перекрыли все. Будто сами копов вызывают. Тут не будет. Точно. Всем плевать на это место. Хрень какая-то. Я считаю, они отдали район нам. Теперь мы копы. У вас есть право отсосать. Да ты псих. А у тебя есть право заткнуться нахер. Он даже не в банде. Завалили у родного дома. Карты достал? Да, Би. И пин-коды? Все внутри! Что с долей Ирака? Забей на Ирака, обо мне думай.
большой Би идет. Йоу. Че, как, Ви? Можно мне к Литл Джусу? Да-да, конечно. Одному? Ну, можно, мам. Вот дебил. Закупаешься? Да. Все готово. Как думаешь, они догадываются? Неа, и походу Ирак у клуба не в почете. Ха, клуб теперь мои клиенты. Когда буду рулить, про тебя не забуду. Кролик, чё как? Для тебя есть новости. Важные. Ну так, скажи. Не сейчас, бро. Забьемся. Бабло есть? А то. Зачем? Ну так, инфа дорогая. Но стоит того, блин. Еще посмотрим. И вот что надо было делать. Может, мне позвонить Ираку и сказать, какой херней вы тут заняты? Да нет тут никого, Би. Все подтвердят. Тут все тихо. Хорошо. Хорошо. За 5 сотен скажу. Это чё ж за инфа таких бабок стоит? Та, которая типа может спасти тебе жизнь, чел. Ты мне чё, угрожаешь? Ты чё, края потерял? Думаешь, Ирак ничего не узнает, охренел? Чел, Ирак? Реально? В Ираке всё дело, мать твою. Ладно, ладно, ладно. Расскажи, что знаешь. Выкладывай. Всё просто. Скоро тебя вызовут на завод, а там завалят нахрен. Эй, чё за херня? Эй! Ты чё творишь, чел? Ну же, я могила. Какого хера? Кролик тащит у Ирака. Увидишь гада? Вали его. Погнал, Ви. Всем пиз. Кто здесь? Тот, кто спас твою шкуру. Договоримся, вытащи тебя отсюда. Какой завод? Так, выведешь, тогда все и скажу. Ладно, слушай меня. Увижу бака, урою нахрен! Ладно. Как ты жить охота? Давай.
Иди прямо. Лады. Что я тут делаю? Так, быстрее. Понял. Окей, иди. Да. Иду. Какого черта? Ну зачем? Окей, иди. Иди прямо. Увижу бага, урою нахрен. Ну, давай. Ладно. Вперед. Ладно, так. Давай, давай. Ну зачем? Так, быстрее. Понял. Что я тут делаю? Ну, давай. Понял. Какого черта? Говори. В общем, на заводе, куда Ирак его пошлет, бедбага пришак. Короче, смертный приговор. На это дело отправят очень крутых ребят, 100 пудов. То есть брат приказал убить брата? Ну да. Если он не выкрутится... Сдохнет нахрен. Но ты же видел Би, у него не шансы, сам понимаешь. Я пытался его предупредить. А что за место? Сиена. Знаешь, да? Вот там. Делай, как решил. Бери пятихатку и вали из города. И не болтай. Ладно, я понял. Исчезаю. Паршиво. Бедбага убьют, и Росиф ремонт для меня закрыт. Хорошо. Ага.
Рядовые для Ирака ничего не значат. Но в бандах слабость не прощают. Я видел такое не раз. Не рассчитал силы, отправился в расход. Но если все прокатит, Бедбак будет в фаворе. Ирак ценит тех, кто выслуживается. Станет доверять. Наглядный Морис мне всю плешь проел. Типа ты все не так понял, его подставили, все дела, вот это хны-хны-хны. Ты не против, если я ему в колено выстрелю, а? Нет, против. Какой ты скучный. Попроси меня еще о помощи. Вообще-то... Тебе нужна помощь. Нужно устроить засаду. Без взрывчатки не обойтись. Справишься? Есть сомнения, а вот захочу ли я, это вопрос. Хотя... А знаешь, мне нравится. Да, круто. Захвачу своих друзей, встретимся тут. Эй! Фу, что это? Погоди, увидишь. Сказал же, захвачу друзей. Твою-то мать. Я думал, ты про взрывчатку. Тогда бы я сказал подружек, но ее я взял. Мне нужно вот что. Надеюсь, ты как-нибудь используешь этих ребят в разборке. Мне надо типа подобрать хвосты, а ты вроде как мне должен. Ничего я не должен. Так, давай уже сюда взрывчатку. Ага. Эти два психа повисли на мне после работы в Габоне. Как они пыхтели, пытаясь меня убрать. Я, короче, такой на маслкаре, зверь-машина, а-ля 70-е, знаешь, когда ДТП называли аварией. Идем. И прикинь, двое этих умников зачем-то решили протаранить меня на своей паршивой экологичной машинке. Но она такая, бах, и влетела прямо в фуру, держи. Глаз. Вот. Вот что я тебе припас. Такая бомба-липучка. Зырь. Липнет. Круто? Хм. И вот эти идиоты сидят там, ссутся от страха. Машина в хлам, а я и злой на них, и ржать тянет. В итоге я всадил по паре пуль в эти лоснящиеся рожи. Такой вот расклад. Ты разберись, лады? Но нет. Вот что нужно. Точно. Скажем так, это пробный шар. Ну что, потренируемся? Джорди. Супер. Круто. Не нужен мне пробный шар. Конечно, нужен. Сейчас все устроим. Джорди! Блин. Заброшенный. Надеюсь, камеры еще работают.
Пирс, ты не взорвался? Пока нет. Мне надо выяснить, где у них будет сходка, чтобы можно было устроить сюрприз. Ловушки круть. Следы шин. Кто-то тут часто паркуется. А твои друзья чутка заняты. Сдохли. Чё-чё? Эй! Есть кто живой? Слышите? Да ё-моё! Блин, уходит. Настучит Ираку, тогда бедбагу конец. Thank you.
Думаешь, ты смешной? Не вешай трубку. Что за черт? Чувак, ты кто? Я сам по себе. Есть одно дело, но его Тайрон не потянет. Нужен бэтбак. Услышимся. Что это? Что за хрень? Нет, хватит! Забей на Ирака, обо мне думай. Не, кажись, Ирак. Что, что у тебя? Ты будешь моими глазами и ушами в Росе Фримонт. Нет, нет, ни за что. Ирак убьет меня. Да? А что он сделает, когда увидит это? Еще показать? Нет. Удали это, прошу! Ну, будешь послушным песиком. Удалю. До связи. Так, обо мне думай. Не, кажись... Скажи, как подобраться к Ираку? К Ираку не подберешься, чел. Забудь, он не выходит. Попробуй еще разок. Стой. Аукцион. Он будет на аукционе Куина. Что за аукцион? Частный. Ну, не такой, как обычные аукционы, а по приглашениям. Достань приглашение. Я тебе что, джин? Ладно, ясно. Еще позвоню. До связи. Как добраться до Ирака? Да, бэтбак в деле, ждет звонка. Осталось достать карточку доступа Ирака. Это единственный вариант. Это радиоидентификатор. Если повезет, сможем планировать. Похоже, Ирак будет на аукционе. Есть шанс. Аукцион? Ну да. Помнишь, у Ирака был портфель? Еще бы. Ирак им череп пробил. Ну да. Он сказал, что там список гостей. С тебя тортик. Я отслеживал этот портфель. Сейчас гляну. А ты молодец. Заполучим портфель. Подберешь мне имя из списка. Одолжу его. Мысли читаешь. Сейчас пришлю координаты.